Здравствуйте! Вы смотрите ГРФ Видеоверсия. В ближайшие минуты мы расскажем о наиболее значимых событиях нашего города. Трое гайчан из числа лучшей молодежи Гайского городского округа в составе делегации Оренбургской области сейчас находятся в Сочи на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Наш город среди 20 тысяч участников фестиваля из 180 стран представляет заместитель начальника службы эксплуатации автотранспортного цеха Гайского ГОКа Александр Сучков, специалист по охране труда Гайского цветного проката Яна Сучкова и студент Гайского филиала Орского индустриального колледжа Александр Егоров. Перед отъездом в Сочи гайская делегация встретилась в Доме Советов с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и первым участником фестиваля от нашей области в 1957 году. В Сочи наши делегаты проведут 9 дней. Оренбургский пуховый платок не случайно стал визитной карточкой нашего региона. Он славится по всей стране и по всему миру. Более 300 лет мастерицы создают легкие, тонкие, нежные изделия, которые в суровую зимнюю пору согревают хрупкие женские плечи. И высшим пилотажем считается, если тоненькая паутиночка сможет пролезть через обручальное колечко. В Центральной библиотеке в честь Покрова Пресвятой Богородицы прошел ежегодный праздник «В Покров день, платок на день». По традиции мастерицы принесли свои изделия, которые представили на выставку и покрыли ими свои плечи. Зародился оренбургский пуховый платок более 300 лет назад. Наши казачки нашли удивительный способ делать тончайшую нить из козьей пряжи. До наших дней дошли некоторые секреты мастерства, которыми гайские умелицы охотно делятся друг с другом. Воспользовавшись ясными деньками, участники клуба ветеранов Гайского ГОКа вышли на традиционный осенний субботник, вооружившись граблями, лопатами и метлами. 26 пенсионеров непосед, как они сами себя называют, привели в порядок сквер за зданием городского суда. Было собрано немало пластиковых бутылок, битого стекла, бумаги и прочего мусора. Субботник прошел в духе комсомольской молодости его участников. С вами был я, Александр Тюрганов. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Подписывайтесь на вайбер-чат портала gai.rf по номеру 8903 3091 0120. Всего доброго, до новых встреч!